моя новая любовь, очередной шар, пополнила коллекцию шарфов. Сейчас вам будет история его покупки. В общем, ходила я в ТЦшку. Вот. Зашла я в магазин. И увидела я вот эту красоту. В цене 1500. Ну, в принципе, думаю, шарф шерстяной. Длинный, как видите, как я люблю. Ну, то есть, прям вот можно заматываться. Вот. И такая, думаю, ну, цена норм, наверное, надо взять. Но потом что-то меня остановило, и я решила, что я еще подумаю. Вот. Я пришла домой. Прошли сутки, я вспомнила про этот шарф и решила зайти на Валберес. Какая красота, господи, я от него кайфую уже. Ребят, давайте включайте зиму, у меня все есть. Куртки, шарфы, сапоги, я готова. И даже термобелье, я вообще не замерзла. В общем, захожу я на Валберес и прям так и забиваю. Ярко-оранжевый шарф. Мне сразу выдается ряд шарфов. Первая цена была 700 с чем-то рублей. Ну, то есть, в два раза дешевле, чувствую разницу. Да? Вот. Я поискала еще. И в итоге вот эту красоту я купила за 477 рублей. То есть на 1000 дешевле, чем я купила бы в ТЦшке. Боже мой. Только это уже вызывает восторг. Не то, что еще цвет и вообще материал. Вообще я в восторге от шарфа. На самом деле. Вот такая красотка ходить.